Рамина Сала, сестра пропавшего футболиста Эмилиана Салы, посетила Кардифф. Женщина увидела место, куда болельщики Кардифф-Сити несут клубные майки и шарфы. Самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиана Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с экранов радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены. «Мы пойдем до конца, мы не перестанем искать Эмилиана никогда. Эми где-то находится, где-то, и пилот тоже, и мы их найдем», — сказала сестра футболиста. Рамина обратилась с просьбой возобновить операцию. Между тем, спасатели считают, что шансы выжить у людей, находившихся на борту, чрезвычайно малы. Но в Кардиффе, Нанте и на родине Салы надеются на чудо. Выступавший ранее за французский Нант 28-летний Эмилиано Сала перешел в Кардифф во время зимнего трансферного окна. Он подписал контракт с клубом 19 января на 3,5 года.